Я приветствую вас, моделисты, коллекционеры масштабных моделей. Ребят, сегодня я шел утром на работу. Как обычно, шел мимо ларька Роспечать. И мне попался вот этот номер на глаза. Номер 59 «Автолегенда СССР». Лучшая. Автомобиль ГАЗ-22 «Волга». Это автомобиль с кузовом «Универсал». Не удержался я, его купил. Стоит этот номер у нас в городе Тольятти 499 рублей. Давайте, наверное, мы сейчас откроем этот журнал, полистаем его вместе с вами. Самому даже интересно. Кстати, этот автомобиль вот у нас я в городе, наверное, видел, может быть, пару штук. И то в годах, наверное, 80-х. То есть такого массового количества я не встречал его. Ну и видел в каком-то советском фильме. Вот. Ну давайте посмотрим журнальчик. Ну как обычно, рассказ у нас об истории создания этого автомобиля. Как мы видим, также знаменательные даты, ничего, дизайн журнала не меняется. Все то же самое. Описание. Описание данного автомобиля. На базе этого автомобиля была создана еще скорая помощь. Наверное, вы тоже помните по старым советским фильмам. Вот постер. Постер вообще обалденный. Это где-то в Москве. Не знаю, возле какого-то моста. В Москве я не был с 86 года, поэтому я сейчас там вообще никак не ориентируюсь. Прошу простить меня за мои знания. Вот у нас фотографии в журнале подробные фотографии интерьера салона, передняя часть, блок педалей, спидометр, ребят, передняя фара. Это, видимо, вот как включать отопитель, радиоприемник, включение подсветки салона, задняя часть, задний фонарь. Ну, там все подробно описано, ребята, сами прочитайте. У меня такой модели нет в коллекции, поэтому вот я ее не удержался и купил. Хотя я помню, да, говорил, что я не буду покупать эту модель. Вернее, не модель, а вот именно вот автолегенды. Показан у нас багажник, элементы двигателя, сам двигатель, воздушный фильтр, электропроводка, технические характеристики, ну и разные модификации данного автомобиля. Посмотрим анонс. Не знаю я, буду покупать ли этот Рафик. У меня, в принципе, один желтый уже есть. Ну, это, наверное, какая-то более поздняя версия. Латвия называется. RAV22038. Модель у нас еще в блистере. Сейчас мы ее откроем, ребят. И будем смотреть. Наклеечка, что модель произведена по лицензии ОАО ГАЗ. Ну, здесь вот мелкими буквами еще какое-то описание. Ну, это не в этом суть, наверное, да? Ладно, давайте сейчас я открою, и мы будем ее смотреть. ГАЗ-22 «Волга», ребят. Голубой цвет, офигенная моделька. Понравилась мне. Не скрою, как я уже говорил. Очень и очень хорошо изготовлена она. Ну, конечно же, это не сравнить с другими производителями. Да, гостини сами знаете, как все это они изготавливают. Но хочу заметить то, что модель максимально приближена, то есть, к оригиналу. То есть сходство у ней, конечно же, есть. Причем хорошее сходство, ребят. Очень много хрома, хромированных деталей на модели автомобиля. Ну, сами мы знаем, что это, конечно же, не хром, это такой пластик. Детали все пластмассовые. Изготовлен кузов из металла. Смотрите боковую сторону, все линии хорошо, ну, по крайней мере,
удовлетворительно все проработано. Видим мы все очертания кузова в нижней части, как бы хромированный молдинг, проработаны ручки дверей. Смотрим переднюю часть данной модели. Тоже все хорошо сделано. Ну, достаточно удовлетворительно, ребят. На капоте присутствует значок Горьковского автомобильного завода. Пластмассовые фары, пластмассовая решетка радиатора. Конечно же, пластиковый бампер. Табличка имеется на бампере с надписью «Волга». Да, дворники. Дворники, конечно же, сделаны получше. Потоньше, я имею в виду. Но они тоже хорошо смотрятся. Такие они как бы хромированные. Даже вот заметьте, на крыше есть антенна для радиоприемника. Я даже ее трогать не буду, а то вдруг она еще отвалится. Не дай бог. Перейдем к задней части. Тоже все неплохо сделано. Подсветка номера, видимо, на двери багажника, да? Надпись на табличке «Волга». Задние фонари тоже пластмасса. Ну и, конечно же, также пластиковый бампер пластмассовый. Ребят, давайте посмотрим нижнюю часть. Интересно. Ну что тут? Ну, почти как у настоящего автомобиля. Ну да, да, все проработано. Задний мост. Это, видимо, бензобак, насколько я понимаю. Даже вот выхлопная труба. Имитация коробки передач, передней подвески, картер двигателя. Ну, не знаю, что еще можно смотреть. По колесам резина. Ну, пойдет. Жестковатая, но пойдет. Колпаки на колесах. Ну, что-то вот она кривая, что ли, немножко. Ну, может быть, может быть. Ну, модель будет стоять на полке. Раздражать точно не будет своим видом, ребят. Покупайте. Не стесняйтесь. На этом, наверное, мы закончим наш обзор. С вами был канал Алекс Клуб ТЛТ. Ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Тоже высказывайте мнение о данных моделях, автомобилях. Давайте, ребят, всем пока. Увидимся на канале и в группе ВКонтакте. Пообщаемся обязательно. Пока.